На этом плане Москве почти 500 лет. А было время, когда города еще не существовало. Просто на слиянии двух рек стоял холм, поросший лесом. Рассказывают, что в 1156 году суздальский князь Юрий Долгорукий, взыдя на гору и обозри с нее по обе стороны Москвы реки и Занеглинную, возлюби села оные, и повелев вскоре сделать и град мал, деревян, и нарече его Москва. Построили град века и поколения людей русских. Легенд и сказаний таит московская древность. О зачале московского княжения, како зачало бысть, а ныне великий пресловущий и преименитый царствующий град сияет. Почему было на Москве царством быти? И кто про тое весть, что Москве государством сбыти? Были на этом месте по Москве реке села красные хорошие, боярина кучки. У того ж боярина были два сына красны зело. Не было таких красных юнош не во всей земле русской. И сведал про них князь Суздальской Данила Александрович. И взял двух сыновей его себе во двор, пожаловал единого стольники, а другого чашники.
и полюбились те два юноши Данилове княгине Улите Юрьевне. И уязви ею враг на тех юнош блудною яростью, возлюби бо красоту лица их. Умыслили они с княгинею, как бы им предать и князя Данила смерти. И начали звать князя Данила в поле ездить, ради утешения смотреть зверского уловления зубров. Когда выехали они в дебри, и начали они Кучковичи предавать его злой смерти. Князь Данила, ускочив от них на коне своем в чащу леса, и бежал от них подле оки реки, оставя коня своего. Они же злые человеки, убийцы, аки волки лютые, были в ужасе многом, искавши его и не обретоша, но только нашли коня его. И пришли в раскаянии, реша в себе. Лучше было благо не мыслите и не творите над князем такового дела смертного, потому что утече от нас князь Данило во град Владимир к брату своему, и прииде к нам за то зло князь Андрей с воинством, и будет нам от них злая казнь. И прошел тот день к вечеру темных осенних ночей. И злая княгиня Улита исповедовала Кучковичем все тайны мужа своего и сказала: «Есть у мужа моего пес Вышлец, и как он, князь Данила, ездил против врагов своих на грозные побоища, приказывает мне, отъезжая, когда я буду убит,
или каким иным случаем приидет смерть мне безвестная, то ты пошли на взыскание меня дворян своих с тем псом по дороге, и пес тою дорогою дойдет до меня. Кучковичи злые убийцы, злаго ума той злоядицы княгини улиты наполнившись, пустили того пса скорее. И бежал пес по берегу Оки, и набежал на баню, где хоронился князь Данил. И увидел князя Данила, и начал шеею своею махати, радуясь ему. Те же искатели его, увидев пса радующегося, скоро князю смерть дают лютую. Владимирский князь Андрей Александрович отмстил кровь брата своего и повелел княгиню Улиту поймать и казнить всякими муками, и предал ее смерти лютой. Победил кучка боярина и злых убийцев, что убили князя Данила, брата его. А на утро, осмотрев села и слободы красные, повелел град основать их около тех красных сел по Москва-реке, и именование граду тому положил Москва. Москва стоит в центре множества дорог, водных и воздушных путей. По зимним рекам, дорогам лежали санные пути во все концы государства российского и за его пределы. Теперь, как и раньше, ведут в Москву разные дороги. Посадку самолет немецкой авиакомпании, прибывший 601 рейсом из Берлина. Attention, please. Air India announces the arrival of its flight number 710 from Bombay. Thank you. Attention, s'il vous plaît. Sabine Vol numéro 779 en provenance de Bruxelles vient de Paris. Attention, please. Royal Dutch Airlines announces the arrival of its flight number 301 from Amsterdam. Повторяю. Производится посадка в самолет, вылетающий рейсом 1067 по маршруту Шереметьево, Вильнюс, Каунас, Клайпеда. Борт самолета 2037. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думала тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Успенский собор,
первопрестольный храм Древней Руси, храм всея Руси. Со времен Ивана III здесь приносились присяги на верность, венчались на царство русские цари и короновались императоры. Рассказывают, что была же та церковь чудна вельми величеством и высотою, и светлостью, и звонностью, и пространством. Архангельский собор, усыпальница русских князей и царей, был самым почитаемым храмом Кремля. Здесь похоронены основатели русского государства Дмитрий Донской, Иван III, Иван Грозный.
Благовещенский собор был домовой церковью царской семьи. В нем происходили крещения, бракосочетания. Колокольня Ивана Великого, главная звонница государства, самое высокое сооружение Древней Руси. Грановитая палата, предивным мастерством устроена из белого камня, тесан грани, аки чешуя. Сколько торжественных актов, официальных приемов и пиров прошло под этими сводами. Здесь ликовал подряд 3 дня Иван Грозный, разбив и покорив татарское царство.
Великий Петр праздновал тут победу над шведами под Полтавой. Рассказывают, что была радость великая о таковой победе не токмо во едином русском царстве, но и во всех дальних странах. В этих теремах рождались, жили и умирали русские цари. Отсюда правили государством. Здесь составляли заговоры и боролись за власть. На высоком холме у Боровицких ворот, где некогда в 1147 году пировал суздальский князь Юрий Долгорукий, был построен Большой Кремлевский дворец. Георгиевский зал, зал русской воинской славы. Здесь золотом начертаны имена георгиевских кавалеров и названия воинских частей. Александра Суворова. Михаила Кутузова. Петра Багратиона. Дениса Давыдова. Федора Ушакова. Павла Нахимова. Thank you.
Древние храмы и терема обступили со всех сторон дворец съезда. Смотрятся в зеркальные стекла средние века. Сейчас в Москве осень, сентябрь. Вот в такое же ясное осеннее утро, полтора века назад, по дорожкам этого сада бежал маленький Саша Пушкин. И часто я украдкой убегал в великолепный мрак чужого сада под свод искусственный порфирных скал. Там нежила меня теней прохлада. Я предавал мечтам свой юный ум, и праздномыслить было мне отрада. Любил я светлых вод и листьев шум, и белые в тени дерев кумиры, и в ликах их печать недвижных дум. Все, мраморные циркули и лиры, мечи и свитки в мраморных руках, на главах лавры, на плечах порфиры, все наводило сладкий некий страх мне на сердце, и слезы вдохновенья при виде их рождались на глазах. Летом 1811 года по Тверской дорожная тройка увозила из Москвы курчавого 12-летнего мальчика Сашу Пушкина. Дядя вез его в деревню. По тому же почтовому тракту через 15 лет возвращался из ссылки в Москву прославленный поэт Александр Пушкин. В доме Веневитинова октябрьским утром 1826 года состоялось чтение Бориса Годунова.
На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною. Давно ли оно неслось, событий полно, волнуюся, как море океан, теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходит до меня, а прочее погибло невозвратно. Но близок день, лампада догорает. Каждый шаг поэта был известен полиции. Я слежу за сочинителем Пушкиным, насколько это возможно. Дома, которые он посещает наиболее часто, суть дома княгини Зинаиды Волконской, князя Вяземского. Разговоры там вращаются по большей части на литературе. На улице Немировича Данченко, в бывшей гостинице «Север», Пушкин встречался с Адамом Мицкевичем. Нередко он говорил о временах грядущих, когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся. Среди рассеянной Москвы, при толках виста и бастона, при бальном лепете молвы, ты любишь игры Аполлона. Тверской бульвар. Здесь гулял Пушкин. Возможно, здесь, глядя на эти аллеи, он вспоминал Михайловское, когда в гости к своим кузинам приезжала Анна Петровна Керн. Когда-то в одном из этих особняков, на балу у Йогеля, Пушкин впервые встретил 16-летнюю московскую красавицу Наталью Гончарову. Участь моя решена, я женюсь. Та, которую любил я целые 2 года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, Боже мой, почти моя. В последний свой приезд в Москву Пушкин остановился у Нащекина. Друзья друг другу очень обрадовались и целый день проболтали бог знает о чем. В полночь он послал за тройкой. Поэт не знал, что уезжает из Москвы навсегда. Я памятник себе воздвиг, нерукотворный. К нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет, и тленья убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. И долго буду тем любезен я народу,
что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Я летаю по маршруту Внуково-Почтамт. Несколько раз в день туда и обратно. Вожу почту. Я привык видеть Москву вот так, сверху. Сначала старые районы города, если летишь отсюда во Внуково. Потом юго-запад, новые Черемушки. Скоро Москва уже подойдет почти к самому аэропорту. А раньше до Внуково было далеко. 40 километров. Там, внизу, у меня есть сынишка, Алеша. Ему 11 лет. Иногда, возвращаясь из школы, он видит мой вертолет. А потом вечером рассказывает, как они с ребятами махали мне куртками. Живем в новом квартале. 10-й квартал в Черемушках. А раньше жили на Сретенке. Вот уже года два как переехали. Алешка мой вообще-то хороший парень. И учится неплохо. Я им доволен. Только мало я его вижу. Дома его никогда не бывает. 11 лет, а по всей Москве один ходит. Тема сегодняшнего урока. Ну-ка, Сорокин, скажи. Тема сегодняшнего урока — война 1812 года. Правильно.
Ну-ка, Сергеев, пойди к доске. В начале 19 века в Западной Европе проходили большие войны. Французская армия императора Наполеона разбила многие государства. Собрав силы разбитых государств вместе с французской армией, Наполеон двинул их на Россию. Русские армии отступали. В то время у русских было в 3 раза меньше армии, чем у французов. А какие земли занял Наполеон, когда он вошел в Россию? Ты не помнишь, Литва, Белоруссия, Смоленск? Ну, рассказывай дальше. Ну, войск у России было меньше, чем у Франции. Дальше. Царь поставил главнокомандующим Кутузова. Русские армии укрепились около села Бородино. Все ждали боя, и Кутузов дал бой. На следующий день с восходом солнца грянули пушки. Французская армия тучей двинулась на русские укрепления. Завязался ожесточенный бой. Укрепление много раз переходило из рук в руки. В этом бою обе армии потеряли много солдат. Thank you.
Нам известно, что вас зовут Тамара. Это нам известно. Вот так каждый день вы идете на работу. Да. Большой театр. Можно взять короткое интервью у вас? Пожалуйста, но почему именно у меня? А потому что вы начинающая балерина. Вам еще очень мало лет. 20 лет, да? Я не ошибаюсь? Да. А когда вы станете прима-балериной, интервью взять у вас будет очень трудно. Поэтому спешим это сделать сейчас. Итак, разрешите? Ну, пожалуйста. Вы любите свою профессию? Очень. И с чего же начинается ваш рабочий день? С тренировочного класса, с классики. Это, если можно так сказать, разминка перед репетицией? Не перед репетицией, а это разминка на весь день. На всю жизнь, пожалуй, пока ты будешь танцевать. Угу. Это очень трудная работа, да? Быть балериной. Да. А какой самый любимый спектакль из тех, в которых вы участвуете? «Весна священная» Стравинского. Это балет совсем молодых балетмейстеров. Это новый балет? Новый. Интересно. Скажите, Тамара, о чем вы мечтаете? О многом. Я думаю, что ваши мечты обязательно осуществятся. Когда бывает у вас когда-нибудь чувство неудовлетворения собой, своей работой? Да, очень часто. Особенно после репетиции, не после спектакля. Потому что во время спектакля костюм, грим, музыка, все это обязывает к чему-то. Вот во время репетиции и чувствуешь, что ты себя не целиком отдаешь. А сколько вы работаете в Большом театре? Всего второй год. А вот когда вечером вы приходите в театр перед спектаклем, о чем вы думаете? О том, что я именно сегодня должна сделать то, что я не сделала вчера.
когда заканчивается спектакль, и вы покидаете свой родной театр, какие у вас чувства в это время возникают? Иногда я выхожу из театра с чувством удовлетворенности, но не всегда. А иногда? Очень редко бывает, что выходишь из театра. Нет, наверное, это все-таки не бывает, чтобы с никаким настроением выходить из театра. Ко мне бежит.